Привет, мои дорогие! Ничего не смущает? Последнее время просто накинулось какое-то количество неимоверное комментариев, что готовить нужно в перчатках. Давайте попробуем разобраться. Итак, момент первый. Чтобы достать перчатки, мне нужно как минимум взять вот эту, неизвестно чистую или нет, коробочку. Как вы думаете, вот прямо сейчас, что чище, моя рука или перчатка? Правильно, одинаково. Поехали дальше. Перед вами три полотенца. Внешне одинаковые. Все повара пользуются полотенцами. Как вы думаете, вытереть руки? Какой рукой я почувствую, где чистое полотенце, а где нет? Правильно. Без перчатки. А вот здесь мне абсолютно все равно. И вот этим полотенцем, которое пора уже в стирку, я легко вытру свои руки в перчатках и буду готовить. Поехали дальше. Любой повар – это такой же человек, как и вы. И у него может зачесаться голова. Вы что думаете, что вот эта рука будет чище, чем вот эта в этот момент? Ничего подобного. Они одинаково грязные. Поэтому, когда мы говорим, должен работать повар в перчатках или нет, запомните, перчатки для того, чтобы защитить кожу повара, но никак не для вас. Когда я дотрагиваюсь до чего-то, до какого-то продукта, вот здесь я сразу почувствую, что рука стала грязной, и ее нужно помыть. Вот здесь вопрос очень и очень большой. Если у повара чистые руки, чистые, без кожных заболеваний, без каких-либо экзем, поверьте, его руки будут гораздо чище, чем в перчатках. Ну и напоследок, если я вдруг решу поменять перчатку, не отойдя от стола, то весь пот, который скапливается вот здесь, попадет ровно вам в блюдо. Вам это надо? Ну и напоследок. Обычно такие комментарии пишут два типа людей. Первые, у которых в принципе отсутствует критическое мышление, и они не могут подумать о том, что я только что вам сказала. И второе, ну это из серии «На засранца чистота напала». Обычно у таких людей дома, на кухне, такой гадюжник, что вам и не снилось. Всем добра!